Всем привет, мои умники, с вами Боди. Да, наконец-то у нас с вами на канале новый челлендж. Это угадай песню по биту. Ни разу, согласитесь, ни разу не проходили такой челлендж. Вот давайте коротко вспомним. Челлендж наоборот проходили, ну то есть песня наоборот. Просто угадай песню, потом угадай песню по эмодзи, по картинкам, ну и еще буквально несколько... Да! И на тот момент я считал самым трудным челлендж это угадай песню по картинкам и вроде как по эмодзи, но по эмодзи намного труднее, чем по картинкам, согласитесь. И сегодня мы будем проходить песню по биту. Возможно, это легче, чем угадать по эмодзи, но я еще не знаю. Так что, мои умники, сейчас готовьтесь, берите там попкорн, и погнали проходить, да. Фух, собрались? Погнали. Поняли? Медлячок, чтобы ты заплакала. Медлячок, что... Да! Извиняюсь. Одинаково. Как я угадал, а? Талантливо, но как сумел. На гитаре, сыграть сумел. Да, поняли? Поняли, все сразу поняли. Я не знаю слова. Это, короче, 21 Pilots и какая-то песня. Ну, эту песню все знают. Я не знаю, как она называется, но будем считать, что угадали вместе с вами, согласитесь. И ладно, в следующий раз буду до единички ждать, жать на паузу и говорить вам свой вариант ответа. А то, возможно, не успели даже подумать, а я уже сказал ответ. Кстати, все знают уже про XX, ну вы поняли про кого, то, что он вчера верил, ладно, это не в тему, наверное, но все равно, типа музыкальный же сегодня видосик у нас, очень жалко его, очень жалко, согласитесь, вам тоже, наверное. Ярик там вчера прям плакал, отвечаю. Я, кстати, от него и узнал, что он погиб вчера вечером. Не Ярослав, а тот рэпер, про который он сказал. Так, давайте слушать дальше. Поняли? Я думаю, это Оксимирон, город под подошвой. Город под подошвой? Я вам скажу даже больше честно, я только знаю начало, вот припев, то есть «Город под подошвой», я вообще не слушал у него эту песню. Ну тут на паузу, наверное, даже не стоит ставить. Типа, кстати, это довольно легко. Ну, вот это вот весь видосик, и этого уже тоже поняли. Я бы хотел путешествовать много, но я просто дело, что тупо болит. Нелепое дело, что тупо болит. Мне бы стать сигаретой и развеяться ветром по ветру. Или просто лучиком света. Но, блин, не верится. Но я же лишь тело. Я уже понял, что это, кстати. Представьте. Типа... It's got a stranger, I'm gonna wild. Вы поняли. Linkin Park. Let me in, another day be mine. So high, it left me wrong. Let me in, another way be mine. Так, ладно, у вас уши оглохли, а у меня голос пропал. А я уже понял, как секунду назад. Поняли?
Окутала меня, окутала, ты мой сорт мариуанна. Ну да, да, да. Это просто, заметьте, это довольно легко. Где LJ-то? Ну я понял. Тоже поняли? Деспасито, да? Красный свет! Макс Корж. Ну этот, как она называется? Есть малой, малый повзрослел, а это другая. Малый пап. А, да, малый повзрослел. Ну, считай, угадал. Взрослел. Красный свет! А где он? Ну там красный свет должен быть, типа, красный свет! Так! Мы с вами 10 угадали. Но, может быть, кто-то и не угадал, да, мои умники? Давайте не будем прям, типа, от меня все, типа, то, что я угадал, значит, все угадали. Некоторые тоже могли, типа, не угадать. Ну, не в плохом смысле, я имею в виду, а может, просто вы не знали эту песню. Поэтому я не буду, типа, по себе судить все. Поэтому считай, кто со мной все угадал, мы меломаны, в любом случае. Даже если мы Джастин Бибер песню вот сейчас не угадали, то, видите, от 9 до 10 мы все подряд угадали с вами. Согласитесь. Мне кажется, знаете как, 90% угадали со мной вместе, а где-то примерно 10% угадали на звезду. Вот на фаната новичок, мне кажется, почти никто здесь не был. Ну, максимум 2%. Так что давайте спецэффекты, мои умники. Вот честно, я думал то, что этот челлендж реально будет трудным. Но согласись, типа, как можно по минусу угадать, если ты в основном слушаешь слова песни и как бы вообще просто бит. Ну, он тем более на заднем плане. А здесь я реально не ожидал, что будет легко. Так что, мои умники, сейчас внимательно слушайте. Вы знаете, что в ВК у меня заблокированы вся активность в Инстаграме. И ВК мне смогут разблокировать только 26 числа. То есть ровно через неделю, если считать сегодняшнего... Да! Так что, мои умники, если что, если вам понравился челлендж, то дайте мне знать. Вы знаете, я все комментарии читаю и все лайкаю. И да, кстати, напишите, вы ведь со мной же угадали? А то я просто не знаю и как бы вы мне должны сказать. Вы поняли, да? Поняли же? Поэтому, если вам понравился этот челлендж, то мы его еще раз можем пройти, если я в комментариях увижу то, что вы хотите. Вот если хотите, конечно. Если вам не понравился челлендж, мы больше его не будем проходить. Поэтому решение только за вами. То есть, как бы, я думаю, вы понимаете, то, что ваше мнение у меня на первом месте. Но это ясно. Так что всем огромное спасибо за просмотр, мои умники. Если понравился видос, то можете поставить лайк, подписаться на канал, но это ваше дело, я никогда никого не заставляю. И всем огромное спасибо за просмотр, всем пока. Дядь.